способ дедовский никто не отменял. Какие действия? То есть пробивается по линии, по той, которая нам нужна. Небольшими ударами намечается место, где будет раскалываться. И в торец таким небольшим ударчиком посильнее. Оп, можно здесь отскочить. Вот уже трещина пошла. То есть, когда мы пробиваем, мы создаем трещину, которая идет на раскол. Вот она уже прошла, можно сказать, половинка у нас готова. То есть все. Добрый день, с вами компания «Печной мир», Бахаев Максим. А сегодня расскажем, как пилится кирпич. То есть в работе печника это необходимо разделить кирпич на половинку, на тройку, на трех-четверку. То есть раньше это были кирочки, сейчас уже технология пошла вперед, киркой уже никто не разбивает кирпич, пилят болгарками или на станках. Для пиления используют чаще это диск металлический с алмазной насечкой, с алмазными вставками. Или также для шамота бывает вот такой кирпич абразивный по камню. Как можно распилить кирпич? То есть распилить его можно болгаркой. Здесь она у нас стоит уже в гильотине. То есть ставим кирпич. Соответственно, сначала рисуем риску, по какой нам нужен какой размер. Ставим кирпич и уже распиливаем его. Это, конечно, уже улучшенный вариант, потому что чаще всего на объектах есть только одна болгарка и руки. Соответственно, в том случае надо держать хорошо кирпич, ставить в упор и держать крепко болгарку, чтобы она не вылетела. Потому что, когда идет пиление, в конце, как правило, болгарку может закусить, как и выбить болгарку из рук, так и кирпич может улететь и нанести травму. Для упрощения пиление, то есть для уже надежности, чаще используются станки. Там, где есть вода, подача, есть каретка, по которой двигается кирпич. И уже мы получаем более ровный, красивый рез. У станков есть свои плюсы, что уже можно задавать угол 45 градусов, то есть любой нужный угол, который будет использоваться. Но чаще всего в печах это прямой рез 90 градусов, то есть больше не надо. И, как правило, повторюсь, что есть определенные размеры, которые идут именно для перевязки, и больше их, в принципе, не надо использовать. Также при сухом резе, когда мы пилим болгарками, желательно кирпич смачивать перед пилением. То есть это дает легкий пил, и меньше пыли будет у вас лететь от кирпича. Где-то это помогает. В шамоте с шамотным кирпичом не очень. Для шамотного как раз я говорил, потому что абразивный диск он более качественнее пропиливает, лучше. Также при пилении всегда используем СИЗы, то есть это респираторы, чтобы не дышать пылью, и защитные очки, чтобы в глаз, не дай бог, осколки не отлетали. В данном примере мы рассмотрели пиление на болгарке и на станке. Пользуйтесь техникой безопасности, пользуйтесь СИЗами, чтобы не повредить себя на производстве. Я думаю, что наше видео вам пригодится и для новичков. Кто уже с опытом, я думаю, они это понимают и пользуются этим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!